И поскольку мы, в общем, с Максом ребята, скажем так, в мелочах не шибко везучие, то хотя я напряг всех, как только можно, но опечаток в этой книге неприличное количество. Вот это вот ляп с выходными данными чисто технологически, потому что просто в рыбу выходных данных методом копи-пейст забили аннотацию, вот, а все остальное вычистить забыли. Вот она вышла такая, какая она есть. Но в результате она получилась ни на что не похожая, и, судя по первым отзывам, она работает, потому что люди начинают действительно понимать, что с ними происходит, когда они спускаются под землю, куда они на самом деле попадают, как там к ним относятся, чего они хотят и чего они могут от всего этого гигантского подземного механизма, который приводит в действие 40 тысяч человек, чего они могут от этого механизма хотеть. Собственно, когда у нас первый вариант книги завернули, меня спросили, а зачем ты с этим возишься? Ну, зачем тебе это надо, собственно? Может, ну его нафиг, в конце концов. Я сказал, понимаете, ребята, вот у меня, мне упал в руки материал, который не может вот просто так существовать. С ним что-то надо делать, нужно донести его до людей. Иначе он там вот в блоге у Макса останется, вот, а блог — это всего-навсего блог. Даже если это блог Медведева, это всего-навсего блог. Вот и все. Мне сказали, нет вопросов. И мы это сделали. Спасибо. Спасибо. Это вот...